некоторые называют мероприятие такого плана, там, первое время чумы. Ситуация такая, смотреть надо, конечно, правде в глаза, но не такой в повседневной жизни, потому что, в принципе, мир роскоши, он уже начал процветать, и сегодня взять и сказать, нет, завтра мы будем жить все иначе, но это куда-то возвращение к какому-то другому строю общества. Кризис – это явление временное, а искусство, красота – это вечное. Поэтому я думаю, что это наоборот, как бы, как таблетка, то есть от гриппа, то есть как от осенних хандры. Супергерои, добро пожаловать! Приглашаем вас на премьерный... Конечно, все это, если есть такие возможности, и люди смогли так это, как, пусть проводят, и, как говорится, аплодируем людям, которые сумели обмануть ли там, выжить как там, где там, структура войти, в единую ли Россию вступить там, куда там, сами понимаете. Так что, более-менее спокойно отношусь. Сейчас я выключу, все, что попрошу. В общем-то, я, конечно, туда не пойду, но если есть люди, у которых столько денег, ну пусть, может быть, это все-таки приносит какой-то доход городу, например. Ну, я отношусь к этому лояльно. Я живу просто параллельно с ними. Я не очень богатый, но и не нищий.